День учителя отпраздновали педагоги Люберецкого округа. Руководители учреждений и тех, кто отличился профессиональными заслугами, чествовали в инженерно-технологическом лицее. Поздравили виновников торжества ученики и представители власти. Учителем будущего его могли назвать 10 лет назад. Дмитрий Донецков преподает робототехнику и информатику, что очень захватывает сегодняшних школьников. Современные дети, они быстрые, они очень быстро все усваивают. Детям нравится конструировать вот это вот моделирование, конструирование, что-то собирать своими руками. Я учитель 6-й год. У меня вообще техническая специальность до этого была, потом я проходил переквалификацию. Мне все это интересно, я сам развиваюсь. Дмитрий Павлович преподает в новом инженерно-технологическом лицее. В его стенах учителя и воспитатели округа отметили свой профессиональный праздник. Слова благодарности и поздравления прозвучали в адрес тех, кто вкладывает в детей не только знания, но и душу. Почетные гости торжества – депутаты Мособлдумы, председатель Совета депутатов Люберец и глава городского округа. Люберецкое учительство, оно одно из самых мощных в Московской области, это абсолютно правда, я за это вам говорю искренне спасибо. Я бы искренне хотел, чтобы именно ваши дети, люди в перспективе профессиональной славили и приносили славу нашим красивым, я скажу, именитым люберцам Люберецкой земли. В Люберцах образование детей лежит на плечах почти 2000 учителей и 1000 воспитателей. Лучшие из них удостоились награды. Ценные подарки и благодарственные письма получили 60 педагогов. За победу в конкурсе региональных инновационных площадок глава округа отметил коллектив детского сада «Родничок». Наш коллектив разработал проект «Юные ученые». Наши ребята, дошкольники, участвовали в этом проекте. Мы получили грант 580 тысяч на материально-техническое обеспечение нашего детского сада. Наверное, это то творчество и талант наших воспитателей, которые хотят, чтобы наше молодое подрастающее поколение внедряло новые технологии. Для кого-то профессиональный праздник стал еще и днем исполнения мечты. Сертификаты на получение жилья вручили 10 педагогам. Для гостей торжества воспитанники творческих коллективов показали театрализированное световое шоу, вокальные и танцевальные номера. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.